Нормально все было по монетам, все такое. Да вообще тут делать нехрен, особенно два прото... это холика нахрена. Да, можешь спекаться. Новембер, у тебя там какой спек? ВПшный есть? Я говорю, можешь мне фурой пойти? Вот есть там PvP спек, которые там ты кричишь и замедляются мобы. Ну это Армс. Ну Армс есть у тебя? Ну конечно. Заходи, заходи. Армс уже не дамажит нихера. Ну, мы а чего здесь будем делать на хламоботах? Здесь их надо просто замедлять. Не, тебе не надо никого дамажить. Просто будешь замедлять мобов, когда скажут. Ничего сложного. Так. Волчат плюс. Это Новембер, это ты? Фортанис этим ДК. А я ж вышел. Ты это в 4 прожил? Ага, че, че висит он? Никогда так не делай, выходи через игровой мир. Долго ждать. Ты водил ломобота, босс? Ну, нет, никогда не водил. Японский ты видел? Видел? Ну я видел один раз, делали. Я тебе если что помогать буду. Давай, ты расскажешь, что кому делать, а я буду подбивать мобов до 5к. Давайте, короче, контролить надо. Тут три вида мобов выходит из кучи. Контролить нужно мелких. Мелкие, которые самые маленькие, это хламоботы, у них подписано там. Большие, которые с бомбой вместо головы, с кругленькой такой бомбочкой. Их не надо бить, на 50% они взрываются. Вот этих мобов надо замедлять и контролить корнями новой. Вот большие штурмовые боты, их надо убивать. Задача. Значит, хламоботы всегда бегут только на боссы, на босса. Бомботы, бомбы, бегут на игроков, то есть имеют агро, бегут, если хилят на вас, на игроков, которые хилят там. Вот. Задача вводить босса от хламоботов, переходки на 75, 50, 25% по команде будем добивать. Вот, когда накопится, ну, когда последняя будет переходка, 25%, будете бить... Вы будете контролить мобов, будем крутить босса вокруг них. Когда они окажутся в одной точке, я там подойду, наверное, дам мастаунт на головастиков. Вот, и будете по команде подбивать, точнее убивать бумботов. Не хламоботов, а бумботов, все РДД точечно. Вот, без всяких звездопадов. И они своими взрывами убьют хламоботов, и будет ачивка. Все. Поклонский, я тебе скажу, что делать. Когда, куда бежать. На меня смотри, мне зеленый шлем, все видно. Хорошо, смотри. Замедлять-то. Появляются из четырех куч по краям комнаты три вида мобов. Одни самые маленькие, одни с бомбой вместо головы, одни большие. Замедлять надо маленьких. И которые с бомбой вместо головы. Их надо замедлять и фризить. Замораживать. Сейчас все увидишь. Да, увидишь. Все увидишь, только не бей хламоботов и бомботов, поставьте шкаф. Шлемы можно, не знаю, снять, да? Они не дамажили в прошлый раз. Давайте, в конце у нас будет время, чтобы убить бомботов. Надо убивать точечно. Поэтому такие люди, как Козырь, Минелтер, Козырь, давай в ШП. Дудипка в ДЦ. У вас там 2 ДЦ сейчас в рейде.
Ну вот, козырь, манелтер, пижон. Будет типа подбивать бомботов по команде. Пижон, ты понял? Не звездопадом, а гневом. Слышал, я вчера был. Я просто повторяю на всякий случай. Не, Джерин, ты ничего не делаешь. Только в конце по команде будешь бумботов сливать. Они сами будут взрываться. Стой. Но это в конце. Кто там? Удиален тоже самое. Подбивай бумботов. Все подбивают бумботов точечно. Только точечно. Никаких там масс АУЕ, как у нас один раз было, что ШП кастанул иссушением по бумботам. И убил всех ламоботов еще заодно. Было очень весело. Тут раз почти сделали, 15 ламоботов убили. Паладина, кто что разбафовал? Теника, Холи Пал, кресты. Кто еще что бафал? Кулаки баф. Хорошо, анимал джаз бафы, каски, этернити, щиты. На ханте нету каски, все есть. Все, все подтвердили готовность, кроме мага, ну ничего страшного. Иди, начинай. Я вешу, подождите, стойте. Не трогайте ничего. Ладно, тут еще есть Дриоба. Это же джаз? Да, этот, Костя, левая куча, вот здесь вот. Вот здесь левая куча. Верхняя. Кралька правая верхняя. Авен. Авентадора левая снизу. На правую снизу. Вот сюда Баханта идите. Ну там катки там. Локи идите. Все, беги к воротам, беги к воротам уже, Поклонский, беги, 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 беги к воротам. В стенку упирайся, жди босса. Ближе к кучам подходите, маги. Вот я пошел замедлять мелких, да? Если большой... Пока не надо, пока не скажешь, надо. Скажешь, скажешь, когда. Если большой ваш с вашей кучей вышел, маги, идите на других ломоботов контролить. Танки вы будете контролить у трамбовщика? А кто в танке, кроме нас двоих? Есть еще там? Этернити, Войд, Поклонский. Веди на кружок, Поклонский. Поклонский, веди на кружок. Веди на кружок на меня, ты видишь, нет? Давай, беги сюда. По стеночке беги. Кучу беги. Беги лицом от босса. Мобы, которые близко к боссу. Идем. Дайте сейчас снова мобы у босса близко. 5 секунд кастуй. Идешь к ступенькам. Иди к ступенькам. Не пяться жопой, не пяться. Ты скорость с ходьбы теряешь. Так нельзя ходить. Это как метку выносить в РСК жопу. Забирай босса. Теперь смотри, здесь приотпустите мобов, просто новый пока не давайте, сейчас они подойдут, давайте. Сейчас ШП идет босс. Не бейте босса пока. Сейчас мобы немножко сюда подойдут, и мы с тобой пойдем. Вот. Пойдем к воротам. Опять же, смотри на меня, на кружок, ты сюда пойдешь и к воротам. Уже можешь в меня идти, не стой там. Уже иди. Беги от него. Вот. Теперь давайте новую, быстрее новую мобом, просто новую. Помогаю. Не забирай. Я замедлил. Бейте босс. Переводите босс. Блять, кастует. Вон та куча, которая за спиной босса. Смотрите, маг туда сразу встаньте. Маг, встаньте туда, потому что мобы близко. То же самое, сейчас смотри. Куча, которая рядом с тобой. Маг сюда на кучу, где кружок какой-то маг, идите. Новые правила. Старые
Давай, давай, я туда варом покричу. Тут хломоботы идут, слышите? Давай, подходи новую, давай. Поклонский, не стой с хломоботами. Нельзя тебе босса в них заводить, он их съест. Поклонский, иди в кружок. Угу. Так, сейчас буду подбивать. Хломобот маленький. Дай контроль. Иди к ступенькам. Иди к ступенькам. Не съел, надеюсь. То же самое, здесь ждем мобов, при отпускайте. Ух, нихуя их убьем. Пока не бейте босса. Сейчас он будет топот кастовать. Дайте новую пока. Пока новую дайте. Вот. И тем дальним бум. Пока не переводите. Сейчас еще немножко сюда подтянутся. Все, идем к воротам. Дайте новую теперь вам, теперь вам новую дайте. Все, домашки босса. Сука, заебал он в это время кастовать. Надо, надеюсь, не передамажить. Новый. Блин, не бей бомбота, Джерин. Зачем ты бьешь бомбота? Он взорвется сейчас. Вот, переводите здесь. Стой, стой на месте. Вот тут. Переводите. Новую давайте, потому что мы зашли сюда. Все, стоп по босс. Только контролем занимаетесь. Поклонский уже в кружок. Все, тут маг есть, он даст новую нормально. Вот, новый есть, все. Ждем босса, я уже дальше отхожу. Так, тут головастик идет с кружком рядом. Смотри, может к вам боты пойдут. Нету вроде. Еще головастик. Он сплит там. Проводи мобов. Проводи босса. Угу. Сейчас я тебя заберу, помогу. Нужно подойти поближе. И к лестнице. Все. Дальше я повожу. Скажу, когда тебе забрать. Когда пойду в центр головастика. Ну, а теперь по кругу ходим. Кастую, дайте нового ближнего к хломоботам. 5 секунд. Задавить ее хломоботов контролю. А тут это не помогает, видом. Вон дальний хламбот, видишь, уже на босса идет. Вот этим, видите, вот куча идет, человек 10 красных, вот эти. Да. Все. А свернуть их можно? Дайте новую. Сейчас он 10 секунд кастует. Что-то мобы вообще по всему инсту, блядь, разбежали. Вот только бомботы вроде. Много водите. Вот постойте, подождите. Новую не давайте. Короче, все мобы с 4-7 хп. Все, новую не давайте, пускай они закручиваются. Шаманы ставьте замедление. Как у вас там с подбиванием? Нормально? Слава, не веди, подожди, постой. Он стоит. Не бейте босса, а нахуя вы бьете босса, я не понимаю, блядь, вы чё? Потому что у нас не будет времени потом его бить, будет берса. Все, тогда стопните сейчас. Похуй там на берсу, под ШВ живет вар. Иди там, блядь. Чё, вести? Поклонский, чё вы там, подбивали? Поклонский, забирай, води. Весь рейд бегите между боссом и трэшем, чтобы бомботы были все в центре тоже. Так, да, у вас будет... Все бомботы на этернете висят, подхожу, вот он их заводит в центр хломоботы. Массагро даю на бомбот. Да. Отбиты мобы уже все, только надо свести. Я подхожу к хломоботам. С бомботами. Давайте, бей. Пять. Они, блядь, двух красных кучков надо.
где на ком бумботы, идите к боссу, чтобы они вместе шли в одну. На Этернете, блять. На Этернете, бумботы на Этернете, пускай зайдет в бумботов. Этернете, ты тут? Да, блять, я их наоборот свожу всех в кучу. Бейте. Зайди в холмобот, босс. Кружок, Этернет. Кружок встань, Этернет, блядь. Все, они близко все, заебись. РДД, бейте. Один. Разбивайте, блядь, бумбот. Четыре. Девять. Десять. Одиннадцать. Десять, зачитал. Одиннадцать. А че, их одиннадцать было, блядь? 13 было. Как так получилось? Кто-то сливал их, что ли, или что? Не думаю. Сколько надо их для чего? 25. 20. Да. Че, мы падаем? Окончено, а чего какая-то? Падает, сейчас добьют. Это у меня сковородка горит, нахуй. Мы падаем или нет? Так, я сейчас яишенку кину. Да, ну, нет, нет, там все мобы, вот эти хламботы, все были мертвы. Наверное, просто времени не хватило. Может, просто они все умерли от этих, от бомб, от бомб этих. Ну что, ты их бил, да? Ну, вряд ли кто-то их бил. Просто за 20 секунд не успели, или сколько там было. Там надо за... Ладно, там три хламбота... Три хламбота выжило. Только они в другой куче были, что-то. А кто бил Масухой? В смысле? Или это шутка? Ладно, я буду говорить на ком бомботы. Буду ставить метку. Будете подходить к хламоботам. О, я сейчас тупо стоял в хламоботах и получил 60 тысяч урона. Не, это сколько ты им нанес? А, ну да. Это какой-то не тот аккаунт. Видишь, никто не бил их, прям тебя. Шемки снимайте, от Шема вон идет 10. Ты Кощуга подбивал их? Да. А как у нас тогда 15 засчиталось, вообще интересно, да? Так 15 или 11? Сейчас 11, по-моему, засчиталось, нужно 20 для чего. Мама, некоторых хлам будто вообще не было. Какие шмотки можно снять Христу, чтобы точно подбивать пыткой до 2000? Или все лучше? Шемки поснимайте лучше. Снимайте старше. Кольцо вот, которое еще прокает. Плащик тоже прокает. Талик можно не снимать, если что. Он не прав мне под пытки. Ну там крит. Ну и чё, какая разница? Ну блин, Кощуга. Чё? А ты-то ты магмы когда ставил?
Когда эти утрамбовщики шли на краю. Лучше бы ты сказал на хламоботов. Не знаю, там все это вместе шло, я его убирал. Ну, дамага много. Ну, ну да. Там бьет-то по 2000. Ну, у тебя 81 тысяча от атема магмы и 35 тысяч от кольца хламобота. Лучше не делай так. Ближе к 75 уже можешь через босса побегать и бежать в порту. Все, беги к воротам, беги по клану. Я так устал! Отдохну, чуток! Новые правила! Старые игрушки против новых! 25к всего у них. Не надо, не давай им пока. Вот теперь давай. По стеночке иди. Нужно подойти поближе. Исчез. Так, одного сразу вышел. Че он тут большой, блин? Последние 10 секунд. Беги к ворот. Ой, к лестнице. Подтягиваются мобы. И к воротам туда. И беги уже, беги, не стой там. Давайте мобу. Не сейчас. И к воротам. Слишком далеко. Слишком далеко. Переводите. 5% переводите. Блять, не подбивайте хламоботов. Три кауха. Не стой там, Баклонский, в квадрат иди. Босс пойдет на них, прям он их съест. Между большой кучей и этой ты должен провести босса. И тут еще видите, где квадрат, тут мобы. Бегите сюда кто-то, дайте контроль. На квадратик ориентируйся. Нужно подойти поближе. Сука. Так же. Блять, вот из бомбы входит на борт. Кастует, дайте новую. Ближние мобы к боссу, блять, они съедают их, что ли? Он их съедает, блять.
Да. Да. Ну ёбаный рот, нахуй, заебись. Ты что, не знал? Сука, знал я, блядь. Там два или три. Охуенно. Давайте новую сейчас. Подбивайте пока не сильно, бейте. Ну подбивайте доты. Сейчас к воротам подойдет и переводите. Все, бейте. Бейте, босса, переводите. Там работа была пока. Новый. Забирать Лонск, ты где там, подойди ближе. Вот сейчас где-то. Угу. Новые правила! Старые игрушки! С ближних куш, где мы проходим, типа вот, выходят хромоботы, их контрольте, вон, идет с головой с бумботом. Вот где Макс стоит, дай новую. Вот, давай, на всех. Давай новую. Продолжаем игру! Сука. И как, блядь? Максимки впереди. Бегу. Давайте новую ближнюю. Ну все, босса не бей. Блядь, вон, смотри. На трубовщик убить. Смотрите там как что замедление идет. Я мобов пиздец. Ближним дайте новых. Все, Поклонский, занимайся круговождением вот этим вот. Забери. Всем привет. Привет. Пока. Здорово. Занят ты пока. Скажешь ты. Короче, пытаемся свести бомботов в одну точку. Я на них прожму мастаунд. Постараюсь ходить. Хорошо. Не надо новую, не давайте. Замедляйте новую, не давайте, чтобы они закручивались. Зачем корни вот эти, блядь? Замедление оставьте только. Бумботы должны на меня идти. Сейчас на Поклонского дам бездилку. Нихуя. Бомба пройдет. Так у всех мобов меньше 10к. У кого-то 3к. Ну вот ты зачем? Ну потому что они уже разбегаться начали. Надо тут их как-то тормозить. Вар какой-то, мастаунд, нажмите масуху вот эту на бумбу. Я уже прожал. И ходите с хламоботами по возможности. Коперните, встань в кружок. Иди в кружок. На ком агро все в кружок идите, блядь. Чтобы они вместе пришли в одну точку. Хламоботники все, блядь. На вас. Я пока дых там. Живите. Один. Слушай, ну все вроде. Как они стоят? Нормально, нет? Заебись, стоят вроде. Ну тогда что, будем делать, нет? Давай! Давайте еще чуть. Они разошлись, они, блять, корни ебаные. Не разошлись, вы видите, везде надо, чтобы бумбот был. Что-то бумбот, дайте хламобот. Хламоботов с бумботами. Маги, встаньте в кружочек и дайте фрустнову, чтобы на хламоботов кинулась фрустнова, но не на бумбот. Да, они не понимают, да, это пиздец какой-то. Надо в одну. Давайте я в мишку прыгну, масса. Сливайте, короче, в одной точке вроде стоят. Точечно сливайте. То есть масса кто? Четыре еще. 16, блядь. Кончились. 16! Ёбаный в рот.
Че, еще пробуем? Не бейте босса, че будет бейте? Не, давай еще. Ладно, сейчас. Маги, как вы вообще фроснову кидаете? Чуть-чуть впереди маленьких вот. Впереди кучки, короче, чтобы перейти. Правильно кидаешь. Маги. Мне да еще дальше становиться на рейндж. Чтобы задевало фроснова только. Ну, да. То есть, чтобы задние подошли к переднему, надо вставать перед кучкой. И либо конус там давать, либо морозить. Ну, почему Хант бьет хламобота, когда не надо этого делать? Гансмоук. Это уже после того, как бомботы взорвались. Не, это после, до этого всего еще было. А, ну там случайно один раз я ударил. Что, кто-то слил хламобота до этого? Ну видишь. Нет, нет, я его не слил, там 6к я ударил, понимаешь. Там выжил. Хламоботы босса пошли, да? Ладно. Блядь, да за все, блядь, пиздец. Сука. Буду пробовать сейчас на Поклонского это бездилкой. Это самое. Унтить этих кидаю. По сути, он же сейчас сожрал, да, штуки 3-4, блять. Он их этих, сука, наши ачивные сожрал, блять, пидор. Да, че ты такой тупой, там все равно осталось в куче еще 5 или 6 этих ебучих хламоботов, когда да, он взрыв. 16 было в счетчике, их не было уже живых. Там были живые, еще 3. Там были живые. Там были живые. Так че, у них вообще радиус, блять, от наклепка, нахуй. Бомб этих. Или у них. Олег, это до скольки подбивал? Что? Да мне взрыв просто не достал и все. Трех. Ну, я стоял где-то в метрах 20 от них, я получал урон от взрыва. Но получал, ну, мало очень урона. Там нормальный радиус, просто очень мало урона идет от взрыва. Ну это жесть. Я по всем ОБ, у них по 7, по 6, по 5 тысяч, по 3. Попробую вытащить низкого уровня пытку и ей подбивать там до 2000. Пусть там все. Да. Может это поможет. Потому что сейчас реально там 3-4 моба осталось, когда уже все моды взорвались. У меня самые выгодные цены. Ладно, сейчас посмотрим. Попробуем так. Я стоял далеко от них, я стоял не в куче, я получал урон, я сейчас специально это посмотрел. То есть там радиус нормальный у них. Просто взрыв очень мало наносит. Давайте, шкаф. А как называется урон этот? Гироскат и ярость? Нет. Палящий свет? Нет. Блять, где он? Получается, где ты посмотрел-то этот? Я тут уже смотрю, сейчас нету. Ну я получал урон, у меня хп убирал. Вон, линканули в чат. Я просто в куче стоял. Видишь, он 2000 получил. Ты чё, не сука, вообще так... Не, это... По-моему, я где я стоял? Не помните, в центре с бомботами? Я, да. Ну вот, вообще, я стоял. Вот, это за прошлый трак, где я в одной точке с бомботами стоял. 5,9 получил. Я от них получал урон. Но тут больше нет не полученного урона. Может какие-то у них, наверное, может они перед лицом взрываются или чё нахуй? Наверное, есть. Это типа как сплышься. Да-да-да. Сука. Не, ну нет, чтоб, сука, нормальный такой, как... Впереди бомбанул, сзади не перданул, да? Погнали! Ну, блин, буйство. Там у магов по 9к. Ну, они там мау дают. Да, ну, чтоб так их убьет, а то е. Ну куда, Поклонский? Маги, можно, пожалуйста, вот вашего внимания минутку? Вот... Блять, видите, как мы босса водим, да? От этих ворот, и вот тут проскакиваем. Вот находитесь обязательно вот тут, вот возле этой кучи, уже маг какой-то. И там, вот возле той кучи, потому что мы тут должны проскочить. Чтобы он не съел, я ему как бы помогаю, блять. Ну пиздец, он. На первом трое у нас никого не съел. Вчера никого не съел.
Главное, чтобы хромоботов еще не убили и вообще все забить будет. Пугать начало, а? Очень. Беги уже, беги к воротам, беги к воротам. Разлагала? Угу. Слава богу. Ну, там еще на том трае у дребы. Взрывная ловушка, урон по хламоботу. 46 тысяч. Я же эту ловушку поставил, когда мы уже начали убивать. Когда? Я не стал. Когда мы впились в центр, начали тут убивать всех. Тогда я поставил. Ну ты красавец, конечно. Убивать надо точечно бомбы. Бомбы. Не ау. Ну вот как раз таки, наверное, это и помешало нам. Твоя ловушка типа убила, возможно, по бомбам. Ой, блядь. Можно было понять уже на второй трай. Угу, молодцы. Снова. Дяди! Чё это за хуйня? Чё это за дерьмо? Что? Ну я, мне кажется, в таргете босса Джерион убили. Какая разница, никого не съела. Так я бы чуть не обосрался. Все, вот смотри, Нову дай... Не бейте босса сейчас, не надо здесь его переводить. Нову давайте мобам, иди к воротам. Не бейте босса пока. 7%, куда вы хуярите? Дай Нову. Сейчас стунчу, я подальше бегу. Он бежит к тебе. Нову покажи. Не сейчас. К воротам веду. Вот теперь бей. Зачем этих мобов фирить? Эника, вставай в кружок. На тебе. Стой, сейчас пока некрасиво встанут. Забери, пожалуйста. Дальше побеги. Все, процент переводи. Слот есть? Нет. Здорово. Здорово. Уже отбегай подальше от босса, чтобы было ему куда бежать. Все, Эника, давай за хламоботами всегда. Бегай за хламоботами, видишь? То бомботы были в хламоботах. Первый, блин, пытка первого левела кипит по 3К. Ааа, прям на двух сожрал. Пизда, ёбаный в рот. Поклон. Ты чё, блядь? Ёбан. Сколько там? 25 выходит, по-моему. Надо посчитать сейчас сколько. Пока их немного. А потом посчитать, кто выходит. Сейчас подтянем их. Ближним ногу, дальним не давать ногу. Ближним ногу. Давайте, на васабики. На анимал джази, бумботы. Теперь всем мобам Нову, пошли к ворот. Вот. Стойте передо мной, всегда заебись чаржится. Не сейчас. Угу. Бейте босса сильно. Блять, чё-то не били нихуя. Давайте ну-ка сильно в босса переключитесь. Нет. Все ебаните босса, милики, хули вы там делаете. Блять, ну сейчас нихуя полкомнаты включили. Никого сам, давайте в кружок. Не веди на ту кучу, не надо. Зачем ты ведешь сейчас на ту кучу? Близко мог бы ебать. Вот. Давайте новую. Узнать, что делать. Ну давай сюда везти. А можно его отвезти и потом переводить 1%. Как бы да. И как бы и уже все. Как бы вот тут вот стой, Макс, табличкой. Давай Фрусново, кидайте.
вот Фроснову по КД там, блядь. Большую кучу смотрите, маг маленькую. Ставь корни. Пизда рулю, нахуй. Хватит давать Фроснову. Сука, давайте Фроснову. Давайте Фроснову. Заворачиваю сюда, Фроснову, давайте. Ладно, придется ферять. А нет. Бежон, дай корни, вот, бежит. Бежон вот сзади бежит, ну. Все съел. Кого он съел? Да никого не съел. Съел одного. Съел одного. И сейчас еще одного. Еще одного съел. Нахуй. Ну почему, блять, в первых траях нахуй он никого не. Сколько сейчас ломоботов? Так, раз, два, пять, шесть. Наверное, минимум 19 насчитал, короче. Короче, нет у нас, да? Не, может больше, я пропустил, не знаю. Вообще. Они рандомно, типа, выходят. Но. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24. Ладно. Давай босса забирай, выйди туда. Так, блин, надо подбить. Давай. Вроде есть 20. Да, давай еще, чтобы не. Давай, да, давай еще чуть-чуть. Фигни туда моста он дать. Я еще не подбился, подожди. Ходим. Ебать, да ну нахуй. Наш вот. Что? Да вон бомбы кинулись. Я сагрил, короче. Один пиздюк отошел. Давай, не давайте новую, не давайте новую. Надо, чтобы они в точку сошлись. Вон, видите, маленькие впереди. Те, на ком вот эти головастики, блядь, идите в переднего маленького. Нужно, чтобы они в одну точку пришли. Да, сука, ну не всем сразу мобам. Передние кучки хромоботов надо... Разрывают. Один минус, да. Смотри, как щетка корнена. Чё там фурик-то БШ крутит? Зачистил его. Нормально так с Блейдшторма ворвался. Это бред какой-то нахуй. Фурик нахуй, ты охуел? Быстренько надо трупы посчитать. Этих хламоботов. Да там их много. Сука, фурик ебать. Фурик, а кто там? Армс? Играл или кто? Густо, ты вертан, блядь. Конечно, я ни одного не убил, ты чё? Ты быстро когда крутил? Кто там сказал, ты крутил там, блядь? Это пиздец. Взрывать уже, взрывать когда начали. Чё ты начал? Крутить? Когда взрывать начали, там мобов по 2-3 к хп. Ты нанес 20 тысяч, то есть... Ты хочешь сказать, что ты никого не убил, да? Сука, ты охуел, убийство нахуй. Блять, вы, мне кажется, до конца не понимаете, что мы здесь делаем вообще. Это просто кажется уже. Нужно бить точечно РДД мобов с бомбой вместо головы, сука. Они, блять, всем подряд нахуй, а уешь в это говно, сука. На, пизда. Это ж можно ловушку ставить. А чиво сделается тогда, когда бум-боты взорвут своим взрывом 20 хламоботов, а не вы, сука, своим, блядь, огненным столбом, вихрем клинков, нахуй, взорвете их, убьете, блядь, нахуй. Ой, давай я фронтовую распекнуть буду хламоботов тащить к этим. Там 116к, наверное. Ой, хламоботов, хламоботов. Там еще новую, нахуй, дают,
по всем нахуй. Бумботы должны в хламоботов зайти, а они по всем дают нахуй. И получается 20 метров бумботы ходят, и от них 20 метров хламоботы, блять. Они идут к боссу нахуй. Что не было ясно во фразе «не бить хламоботов, не бить бумботов»? Никакого АУЕ, точечно. Может, люди думают не сливать их, а в конце сливать, я не знаю. Сука, не должны сливать люди хламоботов. Они должны РДД бить точечно бумботов. И взрывами бумботов должны убиться 20 хламоботов. Вот задача этой ебучей ачивы. Может, проще тогда назначить тех, кто будет точечно подбивать 3-4 адекватных человека, которые будут бить именно бумботов, чтобы они взрывом убили хламоботов. Скопируйте, пожалуйста, кто-то в РК название вот этого бумбота, хе, вот эту хуйню, напишите нахуй, /c, вот эту хуйню вставьте, имя вот этого бумбота, и ваше заклинание, которым вы будете подбивать. И все, блять, магам, хуягам, всем РДД, блять, скопируйте этот макрос, пожалуйста, это несложно делается. Все скиллованные пацаны уже подбивают, не надо просто вмешиваться. Это я случайно еще тот трай посмотрел, он в этом трае 116 тысяч нанес хламоботом и 100 тысяч вихрем. Буйство нахуй, ты, блядь, стой у ворот нахуй, нихуя не делай, понял, нет? Буйство, ты тут? Дружище. Тормажистые удары, ебать. Кощуга, ты тут? Тут. Буйство, блядь, у тебя последний шанс. Я тебя с планеты кикну, блядь. Буйство, ты тут? Тут мы проходим. Ты понял? Почему ты бил масса ОЕ? Хламоботов и бомботов, когда я говорил этого не делать. Так, сначала они взорвались, потом чаржился уже. Ну сорян, я думал, уже там всех отъебало. Еще раз, зачем ты бил бомботов для бомботов, если я говорю их не бить? Да речи пропадают на таких людей. Все, буйство, блядь, стой у ворот нахуй, смотри за этим спектаклем, блядь. Не делай нихуя, никуда не чаржись. Не ресить его, пускай еще раз так сделает, и потом посмотрим, что будет. Да нахуй ты замедляй, не замедляй нихуя, тут, блядь, 4 мага. Залупа это замедление, блядь. Тут просто снова только тащит. И корни всякие. Давай, может, про товар распекнуть, бью, кину на тебя. Буду пока бумботов тащить, хламоботом. Пользы больше будет, нахуй, спекайся. Массаж. Сокол дашь там в конце, если у меня нет. Я и фурики могу дать, массажеру. И другие ты могу дать. Мак, авент, блядь. Сука, как тебе? Авентадора. Ты здесь? Дрёба, ты тут? Погнали без него. Пиздец, ёбан. Каску. А не молча сказку раздай. Пиздец, без мага, блядь. Он хоть помогал, нет? Да, два мага здесь. Два вара. Два ханта. Элем. Какая тут еще нужна помощь? Верно, на прошлом трае его тоже не было, да? Маги, короче, ближе. Он упал на прошлом трае. Ясно. Поэтому жрет по КД, блядь, по моботу, сука. 4 на чего не хватает. Маги, ближним кучам, вот этим, к левым подойдите. Тут будет босс проходить. Смотрите. Когда он... сначала эти заметят, где я стою, потому что они быстро пойдут. Да. До сих пор. Беги к воротам уже. Вот тут вот куча, да, пока он стоит там босс, и они идут отсюда, и не давайте было вот здесь, где я. Они чуть-чуть вот так к центру подойдут, а потом мы уже по стеночке пройдем. Вот, пусть пока идут, пусть пока идут. Ну уже подходите как бы к квадрату, давайте замедляйте.
Вот видите этих петухов. Все, дайте задание. Вот еще это, видишь, возле кружка хламоботы идут к боссу, дайте им что-то. Ну сука, ну вот как сейчас? Дайте какую-то хуйню. Дал, Фили, все. Вон там хламоботы, видите? Который ближний к боссу, это самое опасное, что нам снесли. Ачивку придумали. Ёбаный в рот, стоит, дайте новый. И вот еще куча идет огромная, нихуя, тут три моба. Он же их сейчас съест, нахуй, как пройти? Филяйте, присты. Огня только да. Собирай слава. Не съел? Да вроде нет. Нет. Давайте ДД по боссу. Мы его должны сейчас к воротам подвести и перевести. Пока сильно не бейте. Пока, ну подбивайте, не додайте. Всё, ну еще до хрена пока. Всем мобам новую. Вот сейчас он 10 секунд стоит. Нет. Сука. Идем к воротам, иди к воротам. Пока 10%, где это стоит. Идем. Все, домашки переводить. Новую мобам сейчас, новую по КДМ. Вот тут вот где квадрат, сейчас будут хомботы, если выходить, смотрите, и вон там дальняя куча левая. Чтобы можно было нам проскочить между большой кучей и мелкими, новыми. Все, переведи. Новую ПКД давайте. Идите по кучам. Один маг, останьтесь с большой кучей. Два мага, ебать. Давай эфир какой-то, ту хуйню давай. Один бежит резвый. Поклонский. Подальше беги уже. Блять. Беги вот к этому. Беги на направление квадрат. Сука, тут еще пидор маленький бежит. Маленький пидор бежит. Прям би на... Двоих. Съел? Нет? Двоел, да. Ебать его. Вот прям на него вели, не знаю, там можно было свернуть в сторону. Блять, то ли я тупой, то ли кто нахуй. Мне кажется, или сейчас что-то пошло не так, потому что раньше они хотя бы по центру ходили, а теперь они за боссом круги наматывают. Не всегда. У них цель к боссу. Нет, так это нет, я понимаю, просто они как бы раньше стабильно только в центре площади круг наматывали, а теперь они такой же круг, как босс делают. Давайте сильно босса, дайте мобам. Я бомботов всех в кучу сложу. Сильно босса, блядь, сильнее босса. Блядь. Мовы у лестницы, все идеально. Дайте новых ПД мобам и босса сильно. Ебаный босс. О, неплохо сейчас. Вот стой тут. Переводите 10%. Блять, сука, новую дайте. Дайте новую. Давайте. Корни там, все дела. На всех мобов дайте новую, блять. Быстрее переводите. Не достаю. Сука, что ты не по центру даешь нового? Половина мобов не в нове сейчас. Два моба не в нове было. Все, перевели, не бейте босса. Смотрите, давайте новые хуёвые фиры, блядь. В кружке давайте новые корни, ё-моё. Просто так здесь стою. Все. О, кто-то улетел на тапках, да? Показалось. Давайте еще раз в основу. Есть фрустного или это вайп? Придется фирять. Тут мобы идут. Звезде! Нет! Не достаю. Вернул звезду. Все, вот эти вот с головастиками идут два петуха.
Красава, поклон с ним. Все забить. Красава. Все, считать будем, нет, нет, нет. Вас я должно быть начал. Идут, вот они, идут. Приморозьте. Да. Сверните мобов. Все, не надо фирять. Кастует, сука. Откиньте чем-то, притяжки нажмите. Станы, да. Дайте. Вернул мобов. Не съел? Не. Говори, как водить там. Кто бдилку Поклонскому давал? Я. На басане, когда я сейчас. Я ему дал, попробую там. А ко мне это зачем? Ну, чтоб мог бы там агро. Тебе там много агро. Это где он? Поклонский забирай. Босса водить. Все, не бейте босса, не очкуйте. Убьется он нормально. Я там еще? Да. Давай, массу. То есть масса там. А че, бомботов так мало или просто не в одной точке? Вот. На ком бомботы передних хламоботов примораживаем, вот видите, да, кружочки стоит. Нужно, чтобы кружочек все зашлись, бомботы, хламоботы. Краем новый, не всю новую, вот, примерно так. Все. Какой рейндж у новый? Как они окажутся в одной точке, тебе тоже. Скажешь, когда бить бегов, когда они будут в одной точке. Еще рано. Надо еще подбить немного. Ну тех, у которых 4000, они точно засчитаются, их больше. Мне 500 поставили. А босс. Блин, там у одного моба уже 2к. Надо по моботов тупо заморозить. Сука, бомботы идут не туда. Ну, ралли. Реника нахуй. Иди с кучей с большой. Давай, я не как кружок. Бегайте все между боссом и трэшем. Между боссом и трэшем встаньте, чтобы снова приедем. Нужно же кучу мобов свести. Могу дать где-то. Массакр. Так, 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 так. Смотри. Нормально, нет? Просто новую еще давайте. Давайте просто новую. Все они вместе стоят. Ну чё, пробуем, нет? Давайте, сливайте. Козырь, давай. Сливай. Танты сливайте. Давайте, фрустнову май. Да не, сейчас по-моему босс будет. Сколько? Расходно. Все, добили босса, добили босса. Сука. Там еще штук 10 ломоботов было, как мы босса, ну как ужачи вы получили. Зачем нос давать, ты я мой? Вообще, ну там подрыгался, да. Потому что. Ой, тапочки упали. За 3 сразу ГП и ваша штука. Ой, блядь. Ах, сука, это пиздец, так заебочно. Это... Я там утонул случайно, кому там кольцо. Да, да. Кому вот это отдать? Давай, кидай кружочку трейд. Вот так, сука. Пеппер тут. Пеппер. Да, да. Тебе не до этого. Иди на сову. Этот Бибоп, смотри, вот Поклонский на БДК пойдет до конца, мне это. Я покурю. Тогда зайти, слышишь? Поклонский, ты знаешь, что, как тут танчит все? Ну, примерно. Пиздец. Кому там что, лично? Можно одеваться полностью. Да, одеваться можно полностью. Давайте, у нас полтора часа, чтобы все снести. Упали. Кто там тапки забрал? Ралли, давай тапки разрулим сейчас. Аж тебе их отдал, что? Да. Так, кто там у нас заходит? Сейчас, ШП.
Крафтовый не вызовет. Крафтовый не пока так. Пока все заходят, надо трэш быстренько сливать и звезду. Можно мне отойти на трещину 3 минуты? Ну, отходи. Ну и хильте. Хорош. Киллов нету. Ну да дипка. Ладно, ничего не делай. Че, две пачки загреб? Дерян, ты кем пойдешь?